Итоге, всем привет! Меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем проверять вот эти жемчужные втирки серебряного и золотого цвета. Я решила проверить их по полной программе. Вот такие вот крышечки, вот такие пакетики. Сначала мы попробуем вот на этот цвет, на липкий слой и без липкого слоя. Серебряную и золотую. И, естественно, нам нужны 4 типса одного цвета. Сейчас я выкрашу и все вам покажу. Так, берем серебряный сначала. И втираем его в топ без липкого слоя. В горячий топ. Так. В липкий слой. Кстати, баночки вышли мне около 70 рублей. Липкий слой возить нельзя, потому что он будет скатываться. Поэтому делаем прихлопывающими движениями. Так, очень аккуратненько все-таки провезем, чтобы у нас все ровно было. Так, оба эффекта получаются обалденные. Так, дальше проделываем то же самое с золотым. Так, без липкого слоя. И в липкий слой. Так, теперь стряхиваем лишнее и перекрываем топом. Так, вот на липком слое, где было, мы делали, сильно ползет цвет, ну вот этот вот порошок на кисточку, поэтому обязательно кисточку берите другую. Вот. Не забывайте бафиком пошаркать края, чтобы у нас не было здесь и дольше держалось. И обязательно два слоя топа. Так, вот был у нас цвет вот такой. Благодаря золотому и серебряному порошочку вот настала такая красота. Вот. Но так как мне больше нравится без липкого слоя, мы сейчас вотрем в разные цвета и посмотрим, какой же будет эффект. Вот я навыбирала эти цвета, а теперь мне предстоит долгий вечер красить каждый цвет по 2 типсы. Кто бы мне помог, но я сейчас справлюсь с этой проблемой и будем втирать. Так, фу, наконец-то я все сделала.
Так, или 99 у нас вот такой. Цвет PP004. Дальше. Голубой CND. Заметьте, без буквы H. 228. CND 0,30. Синенький. 0,18. Красненький. 0,08. Черный. Кстати, у других продавцов совсем другой цвет на этой. Вот тут у меня я заказывала другой номер. Они просто зарисовали и прислали мне с другой коллекции, где номера совсем другие. Так, белый. И 0,81. Вот такая фирма. Так, а теперь это все нам нужно затереть. Поехали. Так, снова на горячий топ. Всех лучше у меня втирается втирка в Color Tail. Вот такой. Но как вы знаете, что я заказала еще один Color Tail для втирки. И пришел он, а в него совсем не втирается. Поэтому, причем у этого же продавца по той же самой ссылке. Поэтому я не знаю, как тут выбирать. Я сниму еще отдельное видео, чтобы мы увидели разницу, в какие топы втирается хорошо втирка или нет. Сейчас еще один топ жду. Так, погнали дальше. Хорошо видать-то. Угу, поехали. Чем темнее цвет лака, тем серебряней втирается втирка. Так, давай быстрее сушись. Угу. Расход минимальный, баночки почти полные. Вообще ее очень надолго хватит. Классная втирка. Так. Поехали дальше. Я, кстати, сушу топ 30 секунд. Кто-то говорит, что 10 секунд мало, 30 секунд много, на 20 ставить приходится. Вот, ну, у меня 30 секунд идеально все втирается. Ой, белый жемчуг это вообще супер. Я обалдею. И остался у нас последний зелененький цвет. Так, с серебряной втиркой будет покончено. Уж я не стала все свои гель-лаки пробовать. То это я вообще с ума сойду. Втирка втирается вообще идеально. Так, теперь давайте с золотой то же самое.
Блин, золотой уже, сказала. Чуть серебряную опять не нафигачила. Вот это да. Смотрите, как на красном. Супер. На черную как золото. Ой, на белом-то. Вот на белом и серебряная, и золотая. Круче всех, наверное, смотрится. Очень здорово. Так, и последний зелененький. Ого. У меня где-то за окном там кот какой-то ходит, мурчит. Интересно, вам слышно или нет? Так, ну вот и все. Значит, убираем и сравниваем. Ой, девочки, эта красота нереальная. Я все перекрыла топом. Так, у нас, значит, будет все время слева получается от меня золотая, а с этой стороны серебряная. Вот такая красота получается. Так, дальше. Эти втирки однозначно пойдут во вторую часть лучших покупок с Алиэкспресса. Это просто нереально. Особенно белый. Это действительно жемчужный, просто нереально красиво. Вот золото, кстати, на камере не сильно отдает золотом. А вот эта вот полоса прям золотая-золотая светится у меня тут по-настоящему. Ну это вообще синий с золотым. Это просто. Да и серебряный. Блин, мне все нравится. Мне еще краски Кани надо. Я кому-то обещала их опробовать.
Я уже хочу такие втирки. Почему у меня только 10 ногтей? На черный вообще втерлась, как будто не черный совсем. Круто. Ой, а белый-то, это невозможно. Вот на свадебный дизайн это просто красотень. Супер. Так, вот как выглядит у нас серебряная втирка на разных цветах. Очень классно. Очень. А вот как золотая на этих же цветах. Но это красотень неописуемая. Как же снять-то? Супер! Кому понравилось мое видео, все ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, иначе оповещение у вас будет приходить очень редко. И вы можете пропустить мои видео. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.